Здравствуйте, на телеканале Юрган, спортивная линия, и я, Виктория Палкина. Прошедшая неделя была насыщена хорошими спортивными новостями. Сегодня в Коми вернулась паралимпийская чемпионка Мария Ивлева. Она привезла домой два ванкуверских золота и серебро. Мы поздравляем Машу, ее тренера, и желаем ей успехов. На чемпионате Северо-Запада по боксу среди женщин и юниорок в Мурманском-Мончегорске пронесся Сосногорский ураган. Именно так называется клуб, который воспитал Юлию Кравцову. Юля занимается боксом 3 года, и это ее вторая взрослая победа. Сосногорской чемпионкой встретился Константин Куратов. В общей сложности Юлия провела 3 боя. В одном из них сосногорской спортсменке противостояла чемпионка России по кикбоксингу. Это соревнования были выход на Россию. Если первые, вторые номера, то есть едут на Россию. Ну, я заняла 1-е место. А так там, ну, очень много городов было, наверное, около 10. Ну вот в этот раз очень легко, я даже не волновалась, ничто, не знаю почему. Боксом Юля занимается 3 года. Все это время девушку тренировал Сергей Андреев. По его словам, Юлия перспективная спортсменка. Первый взрослый разряд тому подтверждение. Один из лучших у меня воспитанников, я так считаю, потому что на сегодняшний день у нас идет смена поколений, взрослые ребята все ушли, осталась вот малышня одна. И вот Юля одна из таких старших уже взрослых участников наших, вот, и участвует в чемпионатах России, участвует в Кубке России, участвовала в этом году на финно-угорских играх, турнир класса А с участием финнов. Заняла 2-е место, провела 3 боя. Ну так вот, уровень, как говорится, уже такой, высшего спортивного мастерства. Сейчас Юля Кравцова готовится к чемпионату России, который стартует 21 апреля. Кстати, совсем скоро сосногорским боксерам готовиться к соревнованиям станет комфортнее. Глава района Игорь Леонов привлек спонсорские средства для покупки 2 современных рингов. Сегодня на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаны стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. На 6 дней в Коми съехали сильнейшие спортсмены страны. Все организационные подробности и спортивные прогнозы мы узнали у главного судьи соревнований Игоря Александровича Думина. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Большое спасибо, что согласились ответить на наши несколько простых вопросов. Небесная канцелярия в последнее время нам преподносит сюрпризы. Будут ли какие-то переносы в программе соревнований? Мы не планируем перенос программы, хотя если будут очень сильные, как сказать, изменения в погоде, мы можем перенести время старта, а так программа будет выполнена как согласно запланированных дней соревнований. В программе соревнований 6 видов. Были ли внесены какие-нибудь изменения? Ну, программа чемпионата традиционно. Просто впервые в Сыктывкаре дают такую полную программу, потому что 6 дней соревнований и все 6 дней разные гонки. Поэтому здесь требуется и подготовка, и лыжного комплекса работы. Работники работают в экстремальном режиме практически, потому что надо готовить трассы, просмотр дистанции, поэтому очень хлопотное время будет. Наверняка в судейской уже обсуждали имена фаворитов. Можно ли нам раскрыть какие-нибудь секреты? На чемпионат допущено 200 мужчин, 175 женщин. Сильнейшие лыжники здесь приехали. И буквально те участники и призеры Олимпиады, которые вернулись, они приехали здесь участвовать на чемпионате России. Каждый стремится показать свое лучшее время, а тем более олимпийцы, они будут стараться доказать, что они не случайно оказались сильнейшими на Олимпиаде. Сегодня результаты Олимпиады в Ванкувере одна из самых обсуждаемых тем. Как вы думаете, почему мы выступили, может быть, не так, как нам хотелось? Команда России завоевала в лыжных гонках несколько медалей. Пусть, может быть, мы привыкли, что завоевали больше, но это нельзя назвать, что это неудачное выступление. А в целом надо работать на местах, развивать детско-юношеские спортивные школы, откуда могут потом вырасти будущие олимпийцы. На этом у нас все. Большое вам спасибо и удачи вам в проведении этих соревнований. А теперь о будущих чемпионах. Юбилейные 10-е соревнования «Лыжню дошколят» поддержали единороссы Коми в рамках партийного проекта «Детский спорт». На старт вышли 200 малышей столицы. Репортаж Анастасии Тюрниной. Такое количество малышей сотрудники сыктывкарского стадиона «Динамо» еще не видели. Каждый участник прошел не одну 100-метровку в детском саду. Вот и Юра Шутов здесь после тренировки. На физкультуре
когда мы выходили гулять, мы брали лыжи, на которых мы будем кататься, а потом все катались, как будто соревновались. В руках флаги, на груди номера. Здесь самые сильные маленькие лыжники столицы. Каждый защищает честь своего детского сада. Цель наша, это основная, приобщить к большому спорту детей дошкольного возраста, вот, развить выносливость у детей, здоровье укрепить. Будет начало, будет и продолжение. Будет продолжение, как бы. Будет и в будущем могут быть большие результаты. Может быть, кто-то из них это будущий олимпийский чемпион.